плохо. Выбрать гнома. Так, где тут должен быть следующий гном? Так, 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 я сейчас найду того. Поперли. И отправлю его жрать. Иди жрать, парень. Все. Я отправил его жрать, он сейчас в относительной безопасности. Поперли. Ну ничего, у меня сейчас есть и еда, и кроватки, и все хорошо. Все обеспечено. Да. Это, знаешь, на самом деле забавно, что я уже ловушку построить могу, а загоны построить все еще не могу. Так, они меня не разорили тут, ничего. А где я строил-то? А, вот. Ну, как бы овечка в ловушке сидит пока. Сидит и вроде бы живая. Так, ладно. Но загон я обязательно построю. Так, хорошо. Тогда сейчас ближайшая цель это, короче, загон. На самом деле-то. Ну, получается, что так, да. Плавок, удочка. Блин. Чтобы было куда ферму, куда делать. Этих самых животных, да, стаскивать. Да, да, да. Надо рыбачить, короче, активно и уху делать. Потому что почему-то именно рыбная ловля открывает доступ к загонам. Интересная, конечно, логика, но окей. Так, сейчас придут уже скелетики. Но мы их встретим. Мы их хорошо встретим. Соцсе жизни я не могу больше это есть. Такой, дай мне пиво, сколько можно? Сколько можно издеваться? Да. Сколько можно жить на этом подножном корме? Так, нет, стоп. Ага, нельзя рыбачить. Рыба перевелась. Вот здесь вот хорошее рыбное место на самом деле. Поэтому я здесь сейчас поставлю портал. Как раз у нас снова день. Отличная погодка для рыбалки. Отличный день для рыбалки. Да. Да, да, да. Я думаю, что я еще на самом деле сделаю удочку, потому что у меня сейчас удочка всего одна. Угу. А так они смогут несколько. Опа! Ржавая сабля скелета. Повреждение 17. А у дубинки. Кто-то оставил свою. Повреждение саблю. 20. Ржавая булава скелет. Слушай, это неплохое, неплохое оружие на самом деле. Я кому-нибудь даже выдам, может. Опа! Железные ботинки. Клево. Клево. Так, что я хотел там? Я хотел сделать. Удочку сделать. Ты видишь ее? А, вот она. Давай-ка сделаем одну удочку. Все, сделали еще одну удочку. И теперь, внимание, вопрос. Почему эти мелкие уроды не идут ловить рыбу? Не давай хочется. Срубим. Рубить-то пойдете? Рубить пошли. Странно они, эти дворфы. Ну вот если сюда, рыбалка. О, пришел рыбачить. Слушай, а тут, наверное, просто вот тот водоем, он очень... Да-да-да, тот водоем очень маленький, не рыбный. И поэтому из него быстро рыба вылавливалась. А из этого водоема рыба вылавливается не так быстро. У меня почти портал закончился. Я новый сделаю. Еще надо выловить, ребята. Мне надо много рыбы. Жадина какой, ты осторожнее, то выловишь все и не останется. Не-не, они восстанавливаются. Даже в этом водоеме, видишь, уже рыбка восстановилась. Вот меня больше беспокоит, что может там сломаться моя ловушка или овечка сдохнуть. Но вроде пока живая, так что ладно. Все. Все. Че, пацаны, идите поешьте. Чтобы здесь не отсвечивать лишний раз. Так. Окей. Теперь уху. Еще уху, но сначала жрите салат. Жрите салат. Жрите, я сказал, салат. Куда вы денетесь? Так. Уха оказалась отличной штукой. Так, наделаем поэтому еще ухи. Листья. А, так я же могу, наверное... Угу, не могу. Ну ладно. Так. Блин, вообще что-то уха медленно качать будет мне. 40 ухи сейчас наделают, представляешь? Это, кстати, ого, надолго, наверное. На год вперед. Ну да, что-то такое. Ты же, Марина, следишь за чатиком, да, там? Развлекаешься?
Нет, я их не развлекаю, но я слежу за тем, хорошо, как они развлекаются. Хорошо. Как они упорядоченно веселятся. Веселье может быть упорядоченным. Да. Мне кажется, мне нужно было один раз рыбку-то пожарить. Хотя, по-моему, у меня одна рыбка даже есть свободная. И там... А, ну нет масла. Подожди, а почему, нельзя... почему нет масла? Я еще ни разу не сделал, хотя у меня все для этого есть. Так, мы сейчас сделаем тогда маслица. Ну, просто необходимости, видишь, не было. Да, да, просто не было необходимости, реально. Сделаем маслицу, все, и поджарим рыбку. Это мне тоже поможет подразвить мое научное наследие. Так, 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 рыба уже новая появилась. Все отлично. Можно здесь даже теоретически какие-то делать водоемы искусственные. Но, по-моему, искусственные водоемы высыхают, потому что вот у меня здесь вода скапливалась, она взяла и высохла. Ну, это тоже фиг знает. Может быть, рецепт успеха в том, чтобы подложка каменная была. Сложно сказать. Я не эксперт, повторюсь, поэтому могу только... Могу только, да, предполагать и гадать. Так, жареная рыбка. Так, вот она как раз одна рыбка. Маслица и уголек. 5 рыбок, кстати, делается 5, что тоже неплохо на самом деле. Но это он только после 40 ухи возьмется делать, так что это еще надолго. Ладно, что тут еще-то есть? Поплавок, что ли, сделать? Я уже не знаю просто даже, куда ломануться. Так, ведро с червяками. Кстати, ведра с червяками достаточно простые вроде бы в изготовлении. Настает ночь. Просыпается мафия. Просыпаются дворфы. Так, дворф-шахтеры. Сидит все еще. Я реально хочу загончик сделать. Так, вот интересно, это уже выросшая пшеничка? Так или иначе, я ее соберу. Интересно, найдут ли они в ней семена? Слушай, ну они в ней только пшеницу находят. Мне, наверное, надо что-то изучить, прежде чем я смогу делать семена из пшеницы. Да, прибудет с вами сила. Книга мага найдена. Неплохо. Весьма неплохо. Вот, зомбари пошли. Такой. Ага! Гном. Так. Так, еще один зомбарь. Так. Мне нравится, что дворфы, они, знаешь, прям орут какие-то боевые кличи такие. И что-то вот этот такой поваренок такой прямо фигачит туху. Просто, знаешь, себя не щадит, наверное, уже весь обколотый костями рыбьими. И такой фигачит уху. Прикинь, Марина. Обколотый рыбными костями? Это ну, интересно. Да, ну в смысле укололся много раз рыбными костями, я это имел в виду. Ой, нет, гномам нельзя. Ну в смысле, можно покидать убежище. Случайно нажал, хотел проверить, что это. Так. Что у нас тут тем временем? Можно светильники прокачать, можно добротную мебель прокачать. Ну, мне кажется, глиняный горшок, наверное, должен быть чем-то простым. А, у меня еще нету этого. Мне нужно сначала светильники вкачать. Хорошо, допустим. Шахтерская осветительная стойка, переносная лампа. Ну, я не знаю, осветительную стойку, что ли, сделать. О, нифига себе, как это дорого. Это что, вообще из железной руды? Да вы что, издеваетесь, что ли? А зачем нужен сундук? Складывать используется для всякое. Нет, для украшения интерьера. Найденные в заброшенных комнатах сундуки могут содержать полезный предмет. Именно так. Но они повышают уровень комфорта, сундуки. Так же, как, вероятно... Гномам от них радостно. Гномам от них радостно. Так, очень радостно. Так, шахтерская лампа. И у меня же есть кузница. Я не понимаю, почему вот здесь вот было написано, что кузница красная. Видимо, это просто в принципе выделено, чтобы я точно никак не пропустил. Потому что тут все, кузничка есть, все нормально. Ребята тут решили поговорить о самоцветах и оружии. Я смотрю, в женщинах они вообще не нуждаются. А зачем? Зачем? Они же бравые дворфы. Ты чё? У них появилась рыбалка, зачем им женщины? Да. Какие нафиг женщины, когда есть рыбалка? Ты чё, Марин? Ну, им же, наверное, одиноко долгими зимними вечерами. Ой, да ладно, нормально. Они собираются как бы сплочённой, понимаешь, мужской дружественной компанией.
И говорят о рыбалке, о самоцветах, о сокровищах. Потом снова о рыбалке. Потом обсуждают эту стрёмную погоду на поверхности. И о том, как эти эльфы вообще умудряются жить там на поверхности. И все у них клево. Им прекрасно. Только хлеба нет. Но это фигня. Наживное же все. Так, что у меня там? Что-то все вот он крафтит. Мучительно. Что он там мне крафтит? Слушай, а он походу мне накрафтит на левелап рыбалки все-таки. Ну и молодец. Что-то я так ощущаю, что ухи-то ему еще дофига хреначит. Давай посмотрим, сколько ему еще ухи делать. О, он только половину ухи сделал. О, а он между делом уже успел рыбку пожарить. Красавчик, так мы сейчас их... Все успеваем. Угостим рыбкой-то. Маленечко. Все, тут потом будет более продвинутый стол. Он более широкий. Номер 5? Нет, не пятый стол, нет. Будет более продвинутый стол, он позволит... Так, это что такое? Магический лес. О, кстати, хорошая штука. Вот когда резко не хватает дерева, так берешь магический лес, и у тебя в деревья вырастают. Так вот, а более продвинутый стол, он просто тупо больше, на него больше еды влазит. Вот широкий стол, видишь. Изящные кровати, это, я считаю, лишнее. Роскошество уже. Да, лишнее роскошество. Есть вот деревянные, правда, кровати. Это, кстати, неплохая тема, деревянная кровать. Но, опять-таки, они открываются через всякие светильники. А это... Ну, вот настенные лампы. Но тоже как-то фиг знает эти настенные лампы. Шахтерская. Ну, все это дорого, все это с маслом. Я не знаю. Для меня лично... А масло откуда сомнительно. Добывать? Так, а давай посмотрим. Тут же оно тоже где-то было, это масло. Так, вот оно тут, наверное. Камень, ягодка, бутылочка. А чтобы сделать бутылочку, нужен уголечек и стекло. А чтобы сделать стекло... Нужен песочек. Нужен песочек и уголь. То есть как бы много угольков, понимаешь? А угольки это, ну, что-то не тот немножечко ресурс, который мне бы хотелось дофига тратить. Вот, как-то так. Фигачит, смотри, прям. Фигачит эту уху. Он просто реально без продыху уху фигачит. Бедняга. Ну, он же повар, все, это теперь его святой долг. Ну да. Обеспечивать всех едой. Ну, он там, по-моему, уже обеспечил даже их внуков. Так. У них не будет внуков, у них же нет женщин. Только если они не почкованием размножаются. Ну, я думаю, это науке неизвестно. Может быть, они размножаются делением. Однажды гном засыпает с камнем в обнимку, а просыпается их уже двое. Все, разделились за ночь. Можно наставить капканов, вообще-то. Давай наставим капканов. Вот что я подумал. У меня 34 капкана. Что, я зря, что ли, хреначил столько капканов? Вот сюда, и давай-ка. Ага. Ну ладно. Я думал, капканы можно прям... А, нет, они прям поверх ставятся, да. Все, смотри, у меня, короче, такой крутой ряд капканов будет. И все, с этого фланга ко мне хрен кто подкрадется. Вот это хитро. Угу. Вот так вот хитро. Новое задание, технология рыбалка. Ладно, что там у меня еще от рыбалки-то осталось? Он уху допилил, еще пилит. Ой, бедняга. В такие моменты действительно задумываешься о том, чтобы второй котелок поставить, чтобы они вдвоем уху пилили. Но ненадолго. Когда-нибудь ее допилит. Да. Так, у меня две удочки. Ну, хотя рыбак-то у меня как таковой один. Но, в принципе, я думаю, что я могу себе позволить еще одну удочку сделать. Просто, чтобы как-то ускорить этот процесс обучения технологии. Все, еще одну удочку сделал. Еще вот буквально там, не знаю, одна-две ухи. И я думаю, что все, заживем. И заживем. Так, что-то пока нет, ну ладно. Пока еще не зажили. А пойдем хоть свинью убьем, что ли? Короче, мясо, кожа, вообще отличный промысел. Так, что там овечка? Сидит, ждет своей очереди. Ждет, пока мы обратим на нее наше пристальное внимание.
Уха, все делается и делается. Слушай, ну тут, блин, плавок сделать. Какого, че толку с этого плавка? Лучше сделаю еще одну удочку, чтобы они, если что, такие быстро. Все это дело добывали. Так, бревнышко и уголек. Почему уголек? Железо же. Все. Во, наконец-то. Древо технологий. Это изучено фермерство. Вот, пшеничные зерна. Просто колосья пшеницы переделываются в зерна. Так, два зерна, один колос. Раз, два, три. Вот, шесть должно хватить мне сейчас для моего такого маленького, аккуратненького производства. Где-то тут были... А, так вот же они у меня уже в инвентаре, эти семена. Так, все. Семена высадил, все отлично. Дворфы вернулись с рыбалки. Уху допиливают. Так. А, давай попробуем. Вот мы тут подсказали рецепт угольков. Попытаемся. Можно ли до официального изучения рецепта сделать уголек? Да, действительно можно. Клево. Правда, у меня теперь бревна нужно будет добывать активно, но кажется, что это не такая большая проблема, вроде бы, добыть бревен-то. Вообще, я бы, знаешь, что сделал? Я бы вот, когда ночь это закончится, я хочу застроить вот эту вот хреновину. Чтоб она не мешала? Ну да, она мешает. Она вроде бы типа задерживает зомби, но она их нифига не задерживает, а мешать мешает, поэтому я бы... Ее заделал, сделал там ровненькую площадку, чтобы на ней там деревья могли расти, вот это все. Всяко разно. Да. Вообще по-всякому, чтобы. О! Посадили семена, замечательно. Можно построить мельничку. Давай построим. У меня вроде бы для нее даже все есть. Так. Дерево. Дощечки. Каменюки и гвоздики. Гвоздиков я однажды, чтобы создать эту вещь, требуется мастерская. Окей. А что есть мастерская? Мастерская. Блин, ты прикинь. Мне нужно сейчас улучшенные постройки вкачать. Потом украшения вкачать. Потом светильники вкачать, потом полуфабрикаты вкачать, потом украшения вкачать, и только потом... Как все долго-то? Но это для того, чтобы именно мельницу построить. Я при этом на самом деле могу не запариваться и ограду фермы-то построить раньше. Только вот тут нужны пшеничные зерна, но, к счастью, я могу их наделать, потому что у меня есть колоски. Я сейчас наделаю из этих колосков на максимум зерен, потому что потом можно будет их все равно, эти зерна, в колоски-то превратить. Смотри, как у нас тут замечательно растут всякие кристаллики с грибочками. Так, мы все это аккуратненько соберем, конечно же. И потом используем во благо империи. Так. Призраки шальные лазят. У меня тут капканы. И в них даже еще никто не попался, в эти капканы. Но с этой стороны что-то на меня как-то в принципе не особо нападают, поэтому я и не опасаюсь. Ну, это пока. Угу. Может, потом поменяется. Да, возможно. Так, ладно. Что там еще раз надо было? Вроде все есть. Так. Дощечки. Делаться будет... А, по одной оградке. Блин, надо побольше сразу сделать. Каким-то образом. Так, и вот так. Раз, два, три, четыре. И закончились дощечки. Давай наделаем дощечек. Сейчас закончится бревна. После того, как наделаю дощечек. Раз, два, три. Все. Окей. Ну, давайте, ребят. Тебе там в чате пишут, что уголь можно скрафтить. А я уже крафтил. Не, его и добыть можно, его у меня тут дофига. Вот здесь, например, дофига угля. Ну просто как бы это сейчас не такая приоритетная задача. Тут дохренища угля. Не, это как бы вообще не проблема.
Просто я стараюсь развиваться именно технологически, то есть побыстрее какие-то технологии изучать. Угу. Вот. Но когда у меня встанет вопрос, что мне, короче, дофига нужна мельница, а для этого нужно светильники прокачать, конечно, я либо добуду уголь, либо наделаю его. Не, это такие вещи, знаешь, нетрудные вроде бы. Так, загончик делает, отлично. Да, щечки там тоже между делом. Так, давай-ка посмотрим, что мне позволяет делать загончик. Где он? Вот, ограда фермы. Так, 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 так. Ну, давай. Вот две оградки фермы поставим. Как только понять, как бы, сколько эта ограда фермы может вмещать. Ну ладно. Это ладно. Поставим портальчик. И заберем его на ферму. Недостаточно места на ферме. А сколько надо-то тебе? Много. 4. Да вот непонятно. Так. Давай, 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 беги, 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 беги. Ну, 3 уже есть. Ну, вот поставлю 4-ю, что ли, на всякий случай. Тогда. Ну-ка, вот сейчас можно? Недостаточно места на фермах. Как так-то? Не знаю. Сколько надо-то? Голодный. Да, это... А, 4-ю еще не поставили. Рыбу жрите. Голодную. Может, там нужно еще какое-то здание на ферму? Может быть, я уж тоже об этом подумал. Черт побери. Добыть воды, ладно. И... Добыть воды, короче, ребят. Сейчас он добудет тут воды. Ну, чё-то как-то... А сколько ж надо-то тогда там, я не понимаю. Чё-то шибко дофига, походу. Так, ладно, где оградка фермы? Ну, я, по крайней мере, наделал дощечек, поэтому теперь смогу сделать еще парочку. Так, это сюда, гвоздики сюда, это сюда и листики. Раз, два. Ну, я даже не знаю, сколько их сделать-то. На максимум, что ли? Давай на максимум. Не знаю, 4 штуки пусть делают. В любом случае, мне нужно прокачивать это направление научное, поэтому пусть. Гномы голодные. Сожрали, что ли, уже? Так, давай-ка... Ухи! Жрите уху, пацаны. Так, новая технология фермерства. Отлично. Теперь я могу делать булочки. Я теперь могу при помощи каменной печки делать булочки, яблочные пироги и даже хлеб. Но для этого мне нужна мука, для муки нужна мельница. Но для мельницы, мы знаем, нужна вот эта вот мастерская, для которой нужно дофига всего. Поэтому я пока хочу с фермерством разобраться. Надо разобраться с фермерством. Так, у меня опытный плотник собирает оградки фермерские. Ну, давай еще вот так вот. Хорошо, что здесь ничего не пропадает. Я имею в виду, что когда я что-то разламываю, то оно, в общем-то, просто сразу... Опа! Зацени! 5 штук надо было. Смотри-ка ты. Кто бы мог подумать вообще? Ну да, могли бы написать. Как-то так, очень использовать. Неочевидно. Подожди. Поймать. Во. Поймал такой, в мешок посадил. Смотри, смотри, смотри. Посадил в мешок. Приволок и побежал. Домой. И побежал. Волочь-то еще. Да. Волочет еще. Так, давай, 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 давай. Все, молодец. Главное, до ночи обернулся. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Сейчас, ну-ка, ну-ка. Че там будет? Овеченько. Отличненько. Так, и че? Да, что ж ты делаешь-то? Я случайно, так. Ага. А стричь? Нет ножниц. Одни проблемы, а? Так. А где ножницы? Теперь, внимание, вопрос. Ножницы, черти, где окажутся, наверное. Так, что-то я пока не вижу ножниц.
Если ты где-нибудь увидишь ножницы, кричи. Ну или что-то похожее на ножницы. Точильный камень. Это не ножницы. Так. Так. Что-то пока ничего похожего на ножницы не видать. Фикус тут, вон, горшечное растение. А ножниц нету. Железный забор есть. Так. Ну где же они? Ножницы пишут, уже можно скрафтить. А где они тогда? Почему их не вижу? Но это же не ножницы. Это вообще верстак. Ладно, фиг с ними. Ну, по идее, если я могу скрафтить, значит, они должны быть в рецептах каких-то. Значит, а вот они появились, ножницы. Реально. Ну, давай-ка я скрафчу тогда. Так, и теперь железячки. Так, 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 так. И вот так. Все, одни ножницы у меня теперь будут. Это замечательно. Это замечательно. Так. Прекрасно. Посмотри, овечка такая бегает. Прям как настоящая. Как живая. Вот, просто как живая, да. Так, ладно. Что там дальше у нас технологически надо делать? Надо делать улучшенные постройки и светильники, судя по всему. Надо наделать строительные леса, но у меня нет для этого дерева, поэтому мы пойдем добывать дерево. Все, пойдем благо добывать дерево. Благо оно растет быстро. Благо оно растет быстро, да, и благо у меня еще есть магия. Я сейчас найду тут особую магию магического леса. И поэтому я сейчас это вырублю, потом, короче, снова фигану магия и лес. Так. И все будет классно. Вот просто в одночасье все раз и станет классно. Это птица. Более открытое пространство. Странное. Какое нафиг еще более открытое это пространство? Не хотят лес выращивать. Гоблины! Так, ты смотри, еще раз пришли. Ах, вы ж уроды вороватые, а? Это беги уже. Их. А то опять не, мы сейчас. И они главное, что самое стрёмное, они пришли ночью. Как ночью воры. Пришли. Да. Так они и есть, они вороватые. Вороватые, короче, злые гоблины. Вот он сейчас идет, короче, он отхватит люлей. Вот как придет, отхватит сразу люлей-то у меня. А потом я поставлю портал и убью хижину. Этих вороватых гоблинов. И так и давайте, надо. Убить его, ребята. Убить его, пацаны. Все, молодцы. Красавчики просто у меня. Так, а теперь сюда. Валить шамана. Давайте, пацаны. Все, валим его. Уничтожаем просто. А теперь, короче, их эту стрёмную хижину. Вот так, да, ребятки, да. Мочим, все. Отлично. Лут собрали, убежали. Так, ну и деревья, раз сейчас здесь. Мне вроде как древесина нужна. Так. Куда полезли-то, а? Ну вот куда ты полез? О, блин, гномы первопроходцы. Ну, повыше, в скалы, в горы. Ага. Все, отлично.